компании, которая в том числе представлена сегодня здесь. Твою мать, за 40 гривен! Мопеде колесила по улицам столицы. Перегретый воздух, видимо, настолько вымотал парня и девушку, что они даже пренебрегли мерами безопасности. Ехали. Не знаю, куда он попал, но это жесть. Пошли. Ебать. Ладно, даже творческий процесс не останавливается. Все, пошло, давай. Свет! 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 Свет!